30 сентября 2023 год, афоризм дня на сегодня такой. Чем больше Санта-Клаус тащит подарков через трубу, тем быстрее хозяева в нее вылетят. Написал я 7 мая 2011 года этот афоризм. О низких доходах, вероятно, был афоризм. Санта-Клаус, Дед Мороз, что мне на эту тему лешее? Если бы Дед Мороз призывал убивать всех, кто в него не верит, у человечества было бы на одну религию больше. Вот есть что про Деда Мороза. С боем курантов. Дед Мороз превращается в старика Хотябыча. Да, про куранты уже можно забывать, кстати. На 9-м году войны с Российской Федерацией.